Республики Татарстан, заместителя полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Ахтариева Азата Чулпановича. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, туганнар, кунаклар. Добрый день, дорогие друзья. От имени полномочного представителя Республики Татарстан, значит, от имени всех татарстанцев, я вас всех приветствую и выражаю благодарность, естественно, нашему родному департаменту. Я уж не боюсь этого слова, потому что мы проводим очень много мероприятий вот в рамках вот этих национальных мероприятий. Это и Сабантуй, и Навруз, и все остальное. И, естественно, вот Москва всегда действительно как родной дом. А родной дом, значит, в доме тепло, в доме уют, в доме дружба. Все готовы друг другу помочь. И очень вот так знаменательно, что это детский фестиваль. Детский фестиваль, это означает, что они, во-первых, увидят вот национальное наше богатство, тысячелетнее богатство, из века в век идущее. И, во-вторых, они сами тут участвуют. Значит, нам есть кому оставлять вот это бесценное богатство нашей России, нашей Москвы, нашего Татарстана. Добрый путь! Рахмет, Бигзур! Азат Чулпанович, Бигзур, рахмет сізге! Саулық, сәлеметлік, бәрекет, юлдар болсын сізге! И такими же дружными аплодисментами давайте поприветствуем директора Татарского культурного центра города Москвы Хусаинова Анвара Умяровича. Непочетных гостей, которые присутствуют в нашем зале, председатель комиссии по безопасности, общественной дипломатии и общественному контролю Совета по делам национальности при правительстве Москвы Драгова Федора Георгиевича. Председателя комиссии по информационной политике Совета по делам национальности при правительстве Москвы Садыкбекова Джамиля Рафиковича. Президента Федерации мигрантов России Кашедова Вадима Викторовича. Также аплодисментами давайте поприветствуем председателя национальных общин Москвы, являющихся партнерами региональной татарской национальной культуры автономии города Москвы по реализации гранта президента Российской Федерации «Москва – многонациональная, город добрых соседей». И по протоколу должен открыть это мероприятие руководитель культурно-национальной автономии. Но руководителями культурно-национальной автономии города Москвы являются все жители города Москвы. И все, что мы можем сказать со сцены, будут говорить наши знаменитые артисты. И открывает наш концерт ансамбль народного танца –